Республиканский конкурс красоты завершился в Казани 28 января в полночь. Титул «Мисс Татарстан 2011» завоевала 20-летняя Эльвина Валиева из Набережных Челнов. Зрители стали свидетелями яркого и веселого шоу. 30 самых красивых девушек республики поднялись на сцену в разноцветных платьях. Второй раз участницы продефилировали в нижнем белье. После этого жюри выбрало десятку финалисток, которые продемонстрировали смекалку и эрудицию в интеллектуальном конкурсе. Выступление девушек чем-то напоминало КВН и весьма развеселило начавшую скучать публику. На церемонии награждения красавицы вышли в белоснежных свадебных платьях. Мисс Татарстан Эльвина Валиева получила в подарок корону и норковую шубу. Ей и обладательнице титула «Мисс Казань-2011» 18-летней Екатерине Шушаковой еще достались экскурсионные туры по Европе. Екатерина Шушакова также получила звание «Мисс Универсиада» и примет участие в презентации столицы Татарстана в Китае. А Эльвине Валиевой предстоит в скором времени представлять Татарстан на конкурсе «Мисс Россия» в Москве. Наталья Рыбакова, информационное агентство «Татар-Информ».